Не новичков душу, Артема. Это любимое занятие. Чудо, я просто реально охреневаю с этого. А нет, токсик, это же понятно всем уж давно. А тебе не скину, потому что ты вредна. Я не вредная. А будешь возникать, я буду еще тебе тушить. Ты вдоль забора. Я за вами. Вдоль забора у нас тип. Вдоль забора пробегаю, да. Он пробежал уже камень, что-то я пропустил его. Да, он уже... Но у нас... Убил холм. Угу. Еще вдоль забора. Блин, больно. Это не может быть этот же? Нет. Okay. Убил только забора, который был. А мы еще наверху. Понял. Убил, по-моему. Там еще был один пробегал. У палатки. Ага. Убил. Ага, хорошо. Не хил, на холме по мне чувак или... попался. Металл какой-то был? Или что? Я на холме хилюсь. Слушай, по-моему, под нами кого-то слышал. Или металл, что ли? Металл какой-то был, я только тоже не понял, где этот металл. Ага, все, значит, это металл был. Так а что за металл, где он, блядь? Не знаю. Возможно, это мы общагу слышали на уровне холма. Как раз-таки третий этаж подъем. Твой? Это очень странно. Не, второй это твой, я... Закрыт он у меня был деревьями. Кто тут в кустиках сидел? В мою сторону. 42-й. Ты его убил, ты у него тоже зажал. Да. А я хилился? Да, магазин закинул. Туалет, третий этаж. А, блядь, показалось, очки светятся. Ечить, это полочка, блин. Кто-то ботов убивает сейчас на малой стройке. Вы же говорили, железо еще было, так что, возможно, есть какое-то внутри. Да, возможно. Хотя, если бы не спускались бы... Тихо. Втором. Блять! Убил. Идите, он, кажется, снаружи сидел. Ну, я как раз гранату достал, чтобы кинуть. Он сидит в упор от меня, блин. Я на улице. Большая, походу. Вроде большая. Иду к большой дырке. Я на улице, да. Это бот, скорее всего, вышел и ушел туда орать. Вообще неадекватно. Нет, не бот. Повтори. Не бот, убил одного не на втором. Бот. Спускался с третьего он. Бота убил? На третьем вы? Нет. Я на первом. Металл, первый, металл кто? Не я. Третий, второй? Второй, хоть. А ты где? В комнатке справа на втором сразу. Хуй. Вот он с эмкой стреляет. На третьем еще есть. Убил. Какого? На втором. Проверяю третий. На третьем есть. Есть, он стрелял по мне. Перезаряжаешь ты? Я калаш перезарядил. Блять! Это ты был? А кто на втором еще? Я. Это ты был, что ли? Блять, а звуков-то? Где звуки-то, блин? Я думал, он с третьего сбежал туда на первый рашить вас. Он стрелял? Я. Убил его. Ты металл? Я на третьем, да. Хитить звуки. Охеренные. Может быть, у меченьки кто-то еще есть, я не знаю. Нет, я знаю, что ты сказал.
Звук был челик, я слышал отчетливо, что он перезарядился на третьем и начал подбегать к центральной лестнице. И звук такой, как будто он сбегает с третьего на второй по лестницам, на третьем, короче. Или на втором? Я на третьем хилюсь. Кто-то еще есть? Я стреляла, вот это вот что-то. На картах подходил. Ты бегал сейчас? На третьем, да. Типа своего собираю. Интересный звук. Посмотри, машина есть? А, с Эмкой заходил чел, который меченку полутал. Да, 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 сейчас соберем. Нет, ты тут уже. Кто-то ходит двое. Тихо, замри. Оружие ты скинула? Да. У нас, по-моему, на первом да, магазина. Бел. Двоих? Одного. Был один или два? Один. Второй ты была. Вы в раз с ним замерли и в раз оружие скидывали. USSR, кстати. Сейчас еще один. Что это за мосинг? Из карманов заберите хоть себя. Сейчас берем, не переживай. Я слежу за тобой просто. Угу. Собой следим. Я старый мем сразу вспоминаю. А, нет, там собака смотрит в банку. А потом котик смотрит другую банку, типа, за собой следи, пес. Почему Мосинг стреляет в меня через стену? Есть информация у кого-то? Грена. Опять машинист. Двадцать секунд, готово? Блин, ну там шутка, конечно, лежит. Пошли. Бля, сколько там секунд? Три. Бля, ладно, поехали. Два. Что-то странное, очень мусенька, не хочется от него сливаться. Нет. Я внутри, я в этой комнате, не надо меня чекать. Я бы пострелял или гранатку кинул. Минус один, лестница. Я в туалете, туалет чисто. Пристрой, пойду сейчас в туалет. Стоит за перепрыжкой. Гранату оформить? Не надо. Бил. Я поднимаюсь на второй. И пристрой металл. А зашел там в комнату. Прыгает. Одного убил. А кто сейчас металл по металлу или сбор сдал? Нет. Значит их двое. Один там мертвый. На втором. Магазина? На втором у магазина, да. Я какой-то звук сейчас слышал под собой или над вот. Собой. Пристрою, я прыгала на первом. Как у него фамилия-то? Мы убили. С той стороны, походу. С Макарова, блядь, тебя убили под мостом. Читак, блядь. Мэтт, помогай. Мэтт! Сейчас у него патроны кончатся. Убивай его под нами. У него Макаров 7 патронов.
он меня не вижу. Патроны, когда у тебя кончатся, мразь? Там... Сука. Бил? Да. А не, Макаров. Я Макаров, не... я же говорю Макаров, слышно же. Нижняя... Чат запомните, если вдруг я неправильно запомню. Лонг, ГГЕ, нижняя, потом черточка. Лонг, ГГЕ. Сколько он дал мне в голову? 9 раз. Нормально. Очень сильный игрок. Бля, этот походу... Кто? Он. Это он работает. Понял. Блядь, не вижу его ни хрена. Где-то у воды под мостом. Мост. Пошуми, пошуми что-нибудь. Просто постреляй, постреляй, постреляй. Спускаюсь под мост. Убил одного. Я с его стороны выхожу. Угу. Я оттягиваюсь обратно. На встречу. Хорошо. Где вот его бейт? С иксом. Я по мосту буду перебегать. Давай, я с тобой сейчас пойду. Я справа побегаю. На мосту убил. Вот это он и был, наверное. Что-то глушёное, да. Выхожу на мост, с АММ, ну что-то с крастерами по мне, по-моему, летело. Ты сейчас прыгал? Да, я прыгал, по мосту бегу. Я перешел справа, поднимаюсь. Ну да, это он, центр глушёный. Справа поднимаешься? Да-да-да, вот у головного я бегу. Это, по-моему, слева у нас был. У меня челик топор прибежал. Убил? Да. Вот, может, ты его и слышал? Может, это тот снайпер? Нет, снайпера ты убил как раз. Помог, либо он все скинул и пошел задыхать уже. Ты же знаешь местных спортсменов. 54 уровень топор. Не, ну это как бы сильно, я считаю. Это, блядь, вообще. Нет слов просто. Я сейчас верну стол, просто гляну патроны. 8.55, но, видимо, у него смешанные. Точно он не раскидался? Я говорю, он мог раскидаться легко. Мог, мог, мог. Платник. Платник и металл, понял. Да. С крыши буду пикать. Как, чел? Убил одного. Убил еще одного. Хорошо, я на третьем все еще. Неплохо, неплохо. Я в комнате справа от лестницы. Возможно, кто-то зашел с платника, не уверен. Сейчас спущусь к тебе по этажам. Спускаюсь с третьего. Я в комнате справа. Я слышу, слышу тебя, слышу тебя. Пирси, я контролю. Короче, прикрой. Я уже в торце тройки. Как будешь давать на эту, скажи. Давай, я готов. К нам бежит чел за магазином, в кустах убил. Понял, спрыгиваю, спрыгиваю, спрыгиваю. Я, я спрыгнул. Я здесь? Никого, никого, никого. О, да. Чекаю кустики. Я хожу здесь в торце. Вижу тебя. Ну, видимо, все. Чисто, да. Поднялся. Я на противоположном, на втором хилюсь. Пропустишь? Бля, Вита, давай. Да, есть. Где? У меня у Шурмы. На улице? Убил меня внутри. В Ваниной комнате. Лутать сейчас будет, прямо на центре. Понял. После грены буду пушить с улицы. Все еще в комнате. Убил. С тобой. Закрылась, руку хилю. По сипи кисина такой, короче. Да он. По седьмая слышал по звуку. Бега не слышал, но судя по выстрелу, где-то мусор отбил. Бежит. Вон он! Он за магазином. Убил меня. Опять так, что ли, или что это, бля? Их двое. Чат. Что-то странные типы сегодня, какие-то максимально странные. О, Вилс, давай чекнем.
по дереву, как по территории. На территории чего? Автобус? Автобус, да. Я минус. Нет, холм справа, у магазина где-то. Да-да-да, от холма бьет, Артем. Идите. От трёхи. А, очень аккуратно с ним. Чуть-чуть так, что ли? Я готов отвечать. Белый ник, голова, глаза. Я в яме. Что за пулька? 366 ТКМ. Чатик, а ты к ней видишь ничего, Айдар? Фонаря... Без фонаря ни хрена не видно. Тихо, тихо. Спокойствие. Че это, вы тут хулиганите? Давай, мочи! Опы! Угу, походу они, да. Сейчас надо будет на АГС-ку бежать, потому что там тоже кто-то был. Да отстань. О, вижу их. Сдохни, тварь! Да, вы задолбаете. Эй, куда пошел? Кот в комнату ломится. Так. Это все сюда. Что это? На бота какого-то похож. А это не бот. Чувака. Что ты, блин? Что у тебя за КМ? Угу. Где-то ползает. Ля, недолет. Спокойно. У меня только 30-ка магазин. Сорок девять. Надо брать. Берем гранатки. Сейчас пойдем на малую стройку. Там боты по кому-то стреляют. БПХи, ёптыч. Бля, какие броники хорошие у вас. Господа, такс. Бля, стамина-то вообще нету. Так, это реально полный магазин, интересно, БПшек? Блин, все-таки он пожалел там немножечко. Вот он!
кто-то слева есть на втором. Ящички открывает. Пока. Хера себе, Соник. Видели, блин? От хатапки убежал. Охренеть. Да, надо идти на старую. О, как раз на старую. Там сейчас выстрелы. То, что надо. Так. Ёпта. Надеюсь, не по мне. По мне. Блять, прицел, что ты делаешь? Сука, я сел где-то на кривой текстурке. Ёп. Твою налево. Слышал он меня. Один слева. У меня патроны кончились. Блин, типы, что вы тут делаете? Я уже убил всю карту. Три типа все еще идут к старой заправке. Серьезно, блин. Ай, патрошки. Блин, у меня же 50-ка была. Она не заклинила там, вы не обратили внимания? Неужели у меня 50-ка потратилась? Я же ее не стрелял вроде толком-то никуда. Хрен его стоит. Что-то не помню, куда я мог стрелять всю 50-ку. Точно не заклинило там? Или заклинило у меня этот калаш? Давайте посмотрим повтор. Что я не обратил внимания. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.